Raindrops, drop top, smoking on cooking the hot pot. Cooking, fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. Я помню, в детстве все коленки были где-то там внизу, но я верил в то, что вырасту и взорвусь. Если приму бухло, а не 400 грамм на грудь, бухло и трава не для меня, мне нужны отверстия, разверстые и... Ну, вы знаете. И Виктор Грусть. Убери Фалина. Ну что, ребят... Есть у вас вопросы относительно нашего будущего? Может быть, предсказания. Фалин, где закладки прячешь? Не знаю, я ничего не прячу никогда. Фалин, я тебя вчера в Хардстоун не ебал. Не, пиздец, я вчера не играл в Хардстоун. Слава, салют с Амурской области. Салют Амурской области, Амурочка, топчик. Ее, пацаны с Амурской области, просто респектово вам, нормальные пацаны. У меня днюха, алло, поздравь, заебал, мне 16. Эй, Сикстин! Надеюсь, ты сегодня недоволен машиной, которую тебе купили родители. Вот, я помню, что я был очень недоволен. Они мне купили стиральную машину на 16-летие. Но я все равно ездил на ней. Я все равно ездил на ней в школу, потому что у всех были тачки. У всех в Хабаровске всегда были тачки. Да, конечно, иначе металл собирать неудобно без тачки. Да, без тачки. Много не унесешь с завода. Увидишь где-нибудь алюминий, а тачки нету, и как ты его на горбу потащишь? Долго ты так не протянешь, нас пацаны максимум полгода выдерживают. Потом грыжа слег и больше денег потратит на импланты. У нас полрайона с имплантами ходил, на самом деле. У кого глаз, у кого нос, у кого третье сухожилие. Но на самом деле нормальные пацаны, только пиво больше пили, потому что, сами понимаете, живот растягивается. Передай привет Фалина маме. Угонял Жигуль когда-нибудь? Жигуль, да. И бросал его в Жигули. С медью батл будет или он? Конечно. С медью батл. Но только на у мертвых фонтанах. Если на переплет оплатят нам обоим какая-нибудь лига батловая, то я согласен. Лига какая-нибудь батловая, какая интересная, блядь. Администрация Хабаровского края, блядь, слово какая батловая. Украина. Слово Украина, блядь. Слово Тернополь, я не знаю. Где Real Underground? Real Underground у меня на стеночке, зайди, чекни, песня Дуна-Дуна, новая. Real Underground, так и называется. Real. В каком районе ты жил в Хабаровске? Живал в Затоне и в Южном районе. А ты, Ваня, в каком районе жил в Хабаровске? Я в Северном районе жил, в самом Северном. То есть где-то в сторону, наверное, ближе к Николаевску на море. Скажи, что Окси лох. Че? Когда ежемесячные? Че так тихо стало? Салют, потому что сегодня был. Сегодня же день ВМФ был. Да, я ехал, был народ. Пиздец. Ребята, день ВМФ сегодня был. Еще раз поздравим наших дорогих военно-морских ребят, с днем вообще отличным. То есть, ребят, праздником вас, вам самого хорошего. Да, там... у меня дедушка на военно-морском флоте служит. Нормальная тема. Флот это вообще всем пацанам, которые сейчас служат на флоте, блядь, или раньше служили, или просто собираются служить, всем респектосы, пацаны. Всем морским котикам просто респект за такие вообще кокарды. Кокарды. Бля, вас когда-нибудь можно ждать с концертом в Архангельске? Да, конечно. В Арху, кстати, нормально съездить. На днях заскачивать. На самом деле, ребята, мы планируем тур, да, большой сделать по северу нашей великой страны. То есть это Мурманск, Петрозаводск, Архангельск. То есть если вот организаторы есть из этих городов, то звоните, пишите там. Давайте организуем концертик, мы приезжаем и просто разъебываем. Особенно в Архангельске. Мы не веганы. Если есть варик мертвечины, поесть мы всегда. Да, нормальная тема. Ну, просто как-то без крови вообще не то, понимаете? То есть, ну, мясо даже если без крови, это не мясо, скорее желуди какие-то по вкусу. Вот просто желуди. Абсолютно те, которые свиней кушают. Да. Кстати, а можно Фалин в профиль повернется, а я сфоткал как раз на новую картинку? Нет, это за бабки только, все. Мы же перешли, типа, на это, на монетизацию полную, всех действий вообще. Да, ребята, мы монетизируем теперь каждое свое действие. Сегодня я не мог 2 часа
почистить нос от козюлины, потому что мне никак не могли задонатить, да, на это пришлось дело. Пришлось себе пару соток на карту кинуть, да, чтобы почитать козюлину, то есть, ну... Почесать козюлину. Но козюлина была почесана, собственно говоря. Да, я заметил, что она уже была почесана, то есть, ну, кто-то нарушил это правило без донатов. Да ладно, и все-таки не задонатили за почесывание? Серьезно? В архе много мертвечины. Ты будешь в Севастополе? Я же уже был в Севастополе. Где ты был? Или была кто-то там? Где ты был в Севастополе? Вот спрашивает человек. А вот ему что можно ответить? Собственно говоря, Севастополь — это такой город, который в свое время защищал Лев Толстой. А Лев Толстой, он когда вставал утром, он в первую очередь начинал зарядку делать. Вот. Где-то первые три приседания, которые он делал, всегда сопровождались странным хрустом. Вот. И Лев Толстой в свое время даже написал про это несколько работ, то есть почему у него хрустят коленки. Но, собственно говоря, мы так и не выяснили. Это очень интересная тема, собственно говоря. Вот. Ну, такие вот дела. Лев Толстой. Ребят, если вы в Silent Storm за этого играли, за гренадера, то вам респект и уважуха. Респект и уважуха. Silent Storm, гренадер, шкуродер, вот эти все вот. Ну, ножик шкуродера у меня, помню, лежал в рюкзаке, наверное, года 3-4, пока он мне... Пока его батя не спиздил. Да, пока его батя не спиздил, потому что он на рыбалку поехал, сами понимаете. Если вот ты вот на Налима, на подлещика идешь, да, то есть без шкуродерки хорошей, то есть там вообще как бы нехуй делать. Ну, что называется, как бы нечего ловить. Ребята, нечего ловить в России. Переезжайте уже наконец-то в Украину. Пожалуйста, ну хотя бы раз. Приехай в Астрахань. Приехай в Астрахань. В Астрахань хорошо, кстати. Там тоже на Лиме можно половить. Ну или там подлещика хотя бы. Слава убьет Мирона. Да, я уже... Убьет. Могу убьет. Вам сейчас зачитать свой лучший панчлайн. Я тебя убью. Это будет эксклюзив. Я только для вас исполню свой лучший панчлайн. Поехали. Типа, все говорят, что им для меня угроза. Но для беспокойства причин не понял. Ведь даже если ты прыгнешь выше головы, у тебя все равно на ней Кэнди Бобер. Тики-тики-ти-бум. Тики-тики-ти-бум. Тысячи слов. Итак, ребята, если у вас есть какие-нибудь панчи, на батл с Мироном подкидывайте, потому что у нас голяк. У нас кончились панчи. Присылайте свои панчи на genii.com/gelee.ru, и мы обязательно с вами свяжемся. В общем, если у кого-то есть одна разовая бритва жилет, делайте закладку, скидывайте в директ мне адресок, я заберу. На этом все. А, забыл. Если кто-то хочет купить мерч Букера со скидкой, 15% скидка по коду Мегалодон. Нужно... Мегалодон, Стегатон, 1917, Пиджот. Да, нужно просто Букеру в личку написать Мегалодон, 15%, и он вам тут же приятную скидочку сделает на мерч. И один из 10 написавших ему Мегалодон в личку получает бесплатный мерч, ребят, бесплатно. Так что есть повод написать, даже если вы не хотите покупать мерч. Yep. Потому что можно бесплатные шмоточки получить, всегда приятно, согласитесь. Вот. Код Мегалодон, не забудьте. 19-16-15-500 Пиджот.